Видеоигра «Развивайка». Здравствуйте, мальчики и девочки! Меня зовут профессор Знатоков. Ребята, сегодня мы сыграем с вами в увлекательнейшую игру. Она поможет вам развить внимание, логику, память, а также научиться анализировать. Приготовьте листик и ручку, чтобы делать некоторые пометки для выполнения заданий. Ну что же, давайте начнем. Посмотрите на пару слов. Цены, цапля. Что в них общего? В обоих словах есть буква «С». Так, а теперь найдите общее в этих парах слов. Шарик, душ. Здесь в обоих словах есть буква «Ш». Топор, рак. Общая буква «Р». Посох, пенал. Общая буква «П». А теперь найдите в парах слов, чем они отличаются. Шорох, ворох. Эти слова отличаются буквами «Ш» и «В». В паре слов «роза», «роса» отличие в буквах «З» и «С». Река, рука. Здесь отличие в буквах «Е» и «У». Переходим к следующей игре. Это игра на внимательность. Необходимо найти на картинке 10 зверей. Кстати, в эту игру можно играть на скорость. Кто быстрее найдет всех зверей? Справились? Давайте проверим, кого вы смогли найти. Кот. Собака. Бегемот. Слон. Лев. Жираф. Лиса. Медведь. Белка. Тигр. Молодцы. А теперь из набора букв вы должны составить слова. Переставляйте буквы, и вы сумеете отгадать слова. Итак, первое слово — это «стол». Следующее слово — это «кухня». И последнее слово — это «цветок». В следующем задании вам предстоит расставить числа по возрастанию. Можете посоревноваться, кто быстрее это сделает. Справились? Давайте проверим. 1, 3, 4, 6, 9 и 10. В этом задании вам необходимо найти для трех представленных слов один слог, так, чтобы получились слова. Приступим. Итак, здесь не хватает слога «ко». Таким образом, получаются слова «котик», «комар», «колос». Давайте еще раз попробуем. Какого слога не хватает в этих словах? Здесь не хватает слога «ло». Получились следующие слова. Локоть, лопух, лодка. Переходим к следующему заданию. Здесь вам необходимо соединить половинки слов. Справились? Давайте проверим. Получились следующие слова. Фасоль, машина, каша, завтрак, газета. Следующая игра «Кто что ест?» Познавательная. Необходимо определить, кто что ест. Будьте внимательны. Каждому зверю или человеку необходимо сопоставить только один продукт. Итак, собака ест мясо. Белочка грызет орешки. Девочка любит торт. А котик — рыбку. Ну а коза любит жевать траву. А теперь вам необходимо найти слова в левом и правом столбиках, в которых одни и те же буквы. Давайте посмотрим, что получилось. Кабан — банка, ток — кот, ракета — карета, пони — пион. Ребята, а где в этих словах спряталось название цветка? Правильно, пион. Переходим к следующей игре «Что спряталось?». Посмотрите на картинки. Постарайтесь запомнить их.
А теперь вспомните, какого предмета не хватает. Ну, конечно же, вазы. Усложним задачу. Запомнили? Так-так-так. Кто же у нас здесь спрятался? Ага, это слон. Еще усложним задачу. Кто же у нас здесь спрятался? В этот раз спрятались лиса и мышка. Переходим к следующей игре. Противоположности. Это игра на логику и мышление. На игровом поле необходимо найти картинки, которые противоположны друг другу по какому-либо признаку. Например, по цвету – белый и черный. Ну что же, давайте проверим, какие пары вы составили. Мальчик и девочка. Осень и весна. Черепаха и гепард. Ведь черепаха перемещается очень медленно, а вот гепард – самое быстрое животное. Вода и огонь. Перо и статуя. Перышко такое легкое, а вот статуя тяжелая. И последнее задание. Вам нужно отгадать, о чем или о ком говорится в предложении. С крыльями, но не птичка. Летает над цветами и собирает нектар. Кто это? Бабочка. Круглые красные висят на ветках, просят собрать. Яблоки. Грызет орешки, живет в дупле на дубе. Белка. У него есть мышка, монитор и много клавиш. Компьютер. Зимой у него седая борода. Осенью она опадает, а весной начинает расти новая. Лес. Ну что же, мы прошли с вами очень интересную игру. Если у кого-то что-то не получилось, не расстраивайтесь. Отдохните и попробуйте пройти игру снова. А я прощаюсь с вами, ребята. Желаю вам хорошего настроения и учитесь на отлично. До свидания, мальчики и девочки.